Большой выезд на горячие источники для семей участников СВО организовало женское движение «Единой России» на Камчатке. В путешествии выходного дня приняли участие более 100 человек, 35 семей. В поселке Малки они искупались в термальных источниках, поучаствовали в спортивной эстафете и устроили большой семейный пикник. Для наших девочек, для их детей организована спортивная эстафета, призы, дипломы, подарки. Также организовано купание и чаепитие. Это уже далеко не первое семейное мероприятие женского движения «Единая Россия», и мы планируем их повторять. Главная задача наших мероприятий – это оказание помощи и поддержки семьям наших бойцов, чтобы ребята, которые находятся за ленточкой, знали, что их семьи, их дети не одни, что мы всегда им окажем помощь и поддержку. Жена участника СВО Валерия Гимбицкая не в первый раз принимает участие в мероприятиях женского движения «Единой России». В данный момент мой муж находится в отпуске. И мы поэтому все вместе приехали на мероприятие в Малки. Мы очень часто принимаем участие в женском движении. Нам очень нравится. В этот день мы приехали в солнечный даже. Мы приехали всей семьей, с мужем, с ребенком в Малки на эстафеты. Нам очень понравилось. Мы покупались, побегали, поиграли. Семья Лисогорских приехала на праздник в полном составе. Мы семья Лисогорских. Это мой супруг. Он недавно приехал в отпуск. И мы вот оказались в Малках. Хотим поблагодарить за этот прекрасный отдых, за прекрасно проведенное время. Хотим поблагодарить женское движение «Единая Россия» за такой прекрасный отпуск, за такую возможность провести прекрасное время всей семьей. У меня семья, муж и дочь поучаствовали в конкурсах, выиграли замечательные призы. Мы очень довольны, счастливы. Многодетная семья Высоцких – постоянные участники мероприятий женского движения «Единой России». Сегодня была оздоровительная эстафета. Детки очень рады ей, прошли все. Спасибо большое, то, что организовали для нас ее, и отдых этот организовали. Спасибо большое. Детки очень довольны, мы очень довольны, потому что часто организуют мероприятия для детей, для семей. Напомним, партийный актив «Женское движение «Единая Россия» на постоянной основе проводит для семей участников СВО различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.